Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Итак, значит, одного человека вот сюда, кто будет кое-что отгадывать. Можете капитана, можете любого. Капитан, реши, кого сюда. Иди сюда. Иди сюда. Настоять. Сам все угадаю. Так, сюда смотри. Слушайте, вы так же не играли. Вернись к нам спиной. Да, обнимитесь. Вот три девушки. Так, слушаем сюда. Значит, сейчас я вам дам секунд 20, может даже меньше. Вы должны, значит, придумать какое-нибудь слово из четырех букв. И будете... Любой альтернатив. Причем не из трех. Любое. Из четырех. Ну, чтобы недолго. Вот, из четырех букв. Значит, вы сейчас, обнявшись, будете опами писать это слово. Так, чтобы он догадался. По буквам. Вот вы подумаете, догадались. Давай, из четырех букв. Значит, они сейчас будут попуни писать, ты так, а ты отгадывать. И слово. Тихо, тихо. Существительное, например. Думайте. Это как это? Ну, да, говорите, как вы. Интересно. Все, говорит, да? Как мне интересно его писать? Так, я буду... Ну, не писать же. Вот я хотела, так что мне писать. Я говорю, например... Музыку, давай, пишите. Рисуем первую букву. Вы рисуете попы. Ну, чтобы он сзади читал. Вы одновременно одну букву. Лучше печатными буквами. Итак, приготовились. Ты сзади. Да, мы стоим сзади. Так. Нет, так да, писать печатными буквами. Значит, я даю вам это самое. Какими? Вы готовились. Первая буква. Не дай бог, я же. А мы все трое. Все трое одновременно. Три, четыре. А как он уследит? Забудь. Похоже на первую букву? Люба, я вот не понял. У тебя вообще, да? А как? Я сразу все сложу. Первая буква этого слова. А я простой же. Нет, вам надо выпить больше. Какой четкости. Ладно. Если же вы такое, это так значит, писали. По буквам, что ли? Да, конечно. Я говорю, пишем первую букву этого слова. Ну, а дай, Александр, я прав, Саня. Три, четыре. За сколько я класса делаю? Ну, буквы сделаю, я понял. Да, вторую букву. Спокойно. Третью букву. Я говорю, я четыре. И последнюю букву. А очередь. Ты что-нибудь понял? Не понял. Так, скажи, в чем писали? Окно писали вообще-то. Вы писали на доске. Так, вы встали. Ну, давай так же, да? Они похудели у них. Да ладно. Вот как можно О писать, если Люба для приседания. Я не могу. Вот, вот О, вот. Я понимаю О, да? Да. Но я не Иван, смогу. Ну как? Ты покажи руку. Ну, эту букву написать не знаю. Я не пришла. Еще раз. На вот. Я боюсь. Еще раз. Хватит. Я не понял. А букву К? К, вот. Так. Так. Надо репетировать алфавит сначала. Опять не знаю. Я не знаю. Азбуку изучаю. Давай, два, три, слово. Так, приготовились. Значит, ты просто смотри. Первая буква. Обняться надо, между прочим. Так, давай договоримся, какую мы делаем эту, прописную или... Печатные. Все, поехали.
Так, первая буква, вторая. Так, это правда, у нее самого. Тебя уже не касается. Опа, уже одна не крутится. Я сравниваю. Вы чувствуете, мы ничего не говорим, они что-то там. Сейчас поэму напишут. Вы пока две написали. Они же зайти. А что? Вы уже без сигнала, да? Они без сигнала. Первый я в пункт понял. Какая? Не только написали, а потом показали. А что сказать? Знаете, не было? Как что? Четыре? Ладно, в общем, и там одинаково, никто не понял, да? Но это была пробная попа. Пробная попа. Я сказал жопу. Скажи, я по-русски сказал. Я же вас оглядывал. Давай, садись, не чай.